Там написано, нужно к нам приходить или не нужно. Например, если человек живет в рамках социального норматива по площади, по потребляемым услугам ЖКХ, ему не нужно к нам приходить, у него ничего не изменится. И таких льготников более чем 50%. Об этом тоже написано на информационных справках, которые люди получили вместе с квитанциями за оплату. Но, к сожалению, не все читают.